Так, очередной город на нашем пути — это Ретимно. Начинаем мы путешествие с ресторанчика на берегу Венецианской гавани. Обратите внимание, осколки. Сейчас покушаем и начнем бродить по городу. Кто-то по магазинам, кто-то по достопримечательности. Друзья, посмотрите, какие уютные средневековые улочки в этом городе. Тут старые дома. С приятными уютненькими балкончиками. Интересно. Посмотрите, какие маленькие средневековые улочки. Если бы не граффити, полное погружение. Небольшой отельчик. Надо, друзья, обратить внимание, люди пылесосят мостовые. Чистота в городе идеальная. Песок с моря, носимый ветром, и туристами попадал в магазин, люди вот пылесосят мостовые. Друзья, обратите внимание, повсюду осколки средневековья. Видите, сколько лет жили в этом доме. Несколько столетий, столько еще будут жить. Какие барельефы. Да, друзья, судя по всему, тоже старинная штучка. Я очень надеюсь, что бочки на этом балконе пустые. В домах часто встречаются очень интересные деревянные элементы. Видите, балконы из дерева достаточно часто. Тоже обратите внимание, какие интересные деревянные ворота. Каменными декоративными элементами. Да, мороженое. Так, друзья, это здание археологического музея, но мы в него не пойдем, как видите, оно очень маленькое, и смотреть там, в общем-то, нечего. Друзья, еще небольшой кусочек средневекового присутствия, минарет. Останавливает.